глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в дверь. А, моя голова. О, Том, ты проснулся? А, блин, Крис, черт, где я? Что это за место? Да это как бы лаборатория какая-то или что-то подобное. Ну, тут ученые сидят. Блин, стоп! Ты же утонул! А, я тоже так думал. Про тебя. Или нет. Или про себя. Что-то я вообще не знаю. Ё-моё! Ой, ой. Ой, я голодный такой. Смотри, тут есть столовая. Ой, мой дневничок, они спасли мой дневничок. Да. Они там немного наших вещей смогли спасти. Денюжки. Но я не помню, чтоб у меня было этот все алмазное. Кстати, мы сказали, что еще каким-то образом уцелели два листка бумаги. Это обрывки записок Клайда. Хм, странно. Ладно, давай их мне. Или, может быть, давай одну тебе, одну мне. А, нет, стоп, лучше. Я не знаю, как лучше, но... Давай лучше все тебе. Давай. Похоже, Клайд охотится за мной. Или за нами. Мы же оба были в этом городе. Не, ну мне так что и не сказали, меня... что находится за той дверью. Что ладно. У меня замок на сундуке сломался, что-то не закрывается у меня. Нужно будет потом смазать. Ладно. Ладно. Пошли. Петли заржавели. Ты какой-то задрот, что ли. Он там что-то, может, доклад пишет. Да мне да, пофиг. Вот тут снова. Водки, будем? Здравствуйте. Нет, дедуль, нам... Давайте нам что-нибудь поесть, ты очень голодный. Давайте говядинку и хлебушка. Или рыбки. Бабло, вот вам денежки. Кстати, есть что-нибудь? Выпивка какая-нибудь? Ну, пивка немного. Да. Пивко не помешает. О! Хорошая. Вот, ну немного. Ух, спасибо. Сейчас наемся. Нате вам. За счет заведения. Можно? Спасибо. О, почти никто не ест. В книжках сидят только. Я думал, это задроты. А это ученые. Есть немного. Че? Ладно, Крис, давай-ка я тебе расскажу, что случилось, что... Короче, я не знаю, я вроде что-то там помню, то что мы вроде с какого-то кораблекрушения или что-нибудь еще. Давай сначала поем это вообще. О, вкусное мясо. О, наелся. Так. Мы с какого-то кораблекрушения, точно не помню. Я тебя встретила. Потом мы вроде поплыли на другой остров, нашли там людей. Но... Не, ну про другой остров я помню, но то, что после это как в тумане. Меня тоже. Я помню то, что ты спасал какого-то человека и утонул в воде вместе с ним, и я вместе с вами. И все. Больше ничего. Стоп. Окажется, в этих записках говорится о Клайде. Да? Как я помню. Что-то там, да. Похоже, как Клайд писал. А, точно, нам же сигнал СОС пришел какой-то. Помнишь на листке? Да, помню. Ах, ну ладно. Ай, попьем, что ли? Ого. Надя вам бутылочки, посуду. Надя. Ай, косой я. На-на. Бутылкой поебала. А че я ничего не говорил? Ты че сказал? Водки надо. Короче, раз уж начали, дайте нам еще немного водочки. Покажи, люблю такие. Ничего себе меня прет. Че это за пиво? Ну что, ученые тут не пьют, наверное. Да они в своих книжках, я же говорю, сидят. Нарики какие. О. Глаза синие, сами страшные. Ой, моя башка, ничего не помню.
хорош. Ничего. Это что? Что вы это нам дали? О. Да, хорошая мальчик. Стоп. Чёрт. Ещё будем? Японские рестораны не для меня. О, какие ебать рестораны, чё я несу? Суши, японские, китайцы. Суши надо! Суши! Получи! На, попей, прохлаждай. О, извини, о, Крис, чё, ой, как я чё, я чё, тебя ударил, что ли? Ой. Да. И ещё половите. Ничего себе. Для освежения. Ух ты, это что? Это на дорожку. О, как пробирает. Да, чё это за, бля, о, чё. Какое-нибудь лекарство, да, спать. Ладно, до свидания. Эй! Давайте. Задрот, выходи гулять. А, блядь. Я пошёл спать. Не зови его. Да. Он тебя всё равно не слушает. Всё, спать. А вот спать, ещё рано. Ой, чёрт. Ой, ничего не помню. Что вчера было? Ой. Блин, моя камера. Что с моей камерой? Дили-дили-бум, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном.